Здравствуйте, Артём. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик на моем тестовом объективе. Фактически такой же, как и у вас, вашей сестры. Только устройство юбки у меня удобнее. Не нужно было делать пропил, я просто клею на двухсторонний скотч. А вам придется сделать пропил. Я запрограммировал среднее значение фокусного расстояния 135 мм и диафрагмы от 3,8 до 22. Вы всегда можете перепрограммировать фокусное расстояние, если вам нужно будет использовать чаще другое, а не среднее. Ну, в принципе, будет работать на всех. Сейчас я одуванчик упакую. Вот небольшой кусочек двухстороннего скотча для первоначальной наклейки одуванчика. И клей с зубочисткой. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика, а наносите его зубочисткой. Очень маленькой капелькой. И калибр. Ну, как я вам уже показал, ориентируйтесь в среднем контактом одуванчика. Он третий, вернее, четвертый слева или второй справа, ну, короче, который посередине. Ориентируйтесь на красную точку или на диафрагму 22. Только диафрагма, соответственно, должна быть выкручена полностью на 22, и у вас все получится. Ну, с помощью скотча, я думаю, что вы не ошибетесь. Не нужно сразу наклеивать на клей. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.